еще одно здание, старинное, деревянное, в замечательном состоянии, на каменном фундаменте. Судебная коллегия по рассмотрению споров, вот, тут располагается. Ну, это вот немножко здание похуже вид, но, тем не менее, все равно, даже вот эти вот выщербленные, облупившиеся и рассохшиеся бревна, они все равно прекрасны. Реклама, конечно, все портит, вот, рекламу надо, конечно, все отношения к рекламе пересматривать. Нет, старинные дома, конечно, в Чите должны быть. Их надо только с любовью к ним относиться, ухаживать за ними, и все будет замечательно. И Чита будет как картинка. Центр очень привлекательный в Чите. Вот, эти дома надо просто беречь как зеницу ока. Без этих домов Чита перестанет быть Читой. На эти дома можно смотреть бесконечно, можно приезжать специально даже, чтобы смотреть на эти дома. Но кто будет смотреть вот на эти вот дурацкие постройки, да? Или вот напротив? Ну что это, архитектура? Это хрень какая-то. И все, не видно, как говорится, ничего. Вот расклещик. С ними тоже борются, я знаю, тоже в Чите. Вот, но безуспешно. Ну вот все, там телевышка видна. А там сопки.